напросился? Сидишь ты такой красивый. Пойдем, кофе мне купишь. Когда ты последний раз был на свидании, чувак? Я натурал. Прости, я не это имел в виду. Рассмеши ее. Пригласи ее на ужин. Вкусно? Не очень. Пригласи ее домой, и она твоя. У меня есть безотказный прием. Ну-ка. А давай я угощу тебя завтраком. Познавать для завтрака. А я и не про сегодня. Я про завтрашнее утро. Это был твой прием? Ну да. А что? Ты что, высоты боишься? Доверься мне. Нет. Открой глаза, Джек. На самом деле всегда поражало то, как мужчины распускают хвост для того, чтобы произвести впечатление. Откуда знать, каким нам надо быть, чтобы девушка захотела пойти с нами на свидание? Не будь ты козлом, а просто пригласи. Пошли! Яхту украсть? Ты что, совсем что ли? А ты еще не понял? Держи! Я верю в любовь! Мы в принципе не так устроены, нам плевать, с кем спать. Приятно знать. Первое свидание – это самая ненастоящая штука, которая только может быть. Я не настоящий, ты не настоящая. Наши с тобой ожидания и представления – все не настоящее. Я верю в любовь. Я верю в любовь. Тогда нам нужно попробовать еще.